Так, всем привет. Сейчас мы будем осуществлять разведку реки, скажем так, искать рыбу. Сейчас у нас глухозимье, как вы видели из прошлых роликов, ничего не ловится, но сейчас мы с подводной камерой пройдемся по реке. Километра полтора, наверное, все вам это покажем. Подводные съемки будут, так что не переключайтесь, смотрите. Руслан приехал ко мне, он выгружается. Я уже готов. Бур, мормыш, мормыша взял! А сюда! Мормыш у нас с собой, если вдруг что-то увидим, камеру подводную, то будем пробовать рыбу прикармливать. Ты готов? Всегда готов. Молодец. Все пойдет. Руслан у нас убежал вперед уже, как всегда. Вот так вот тяжело бегать за сибирскими странниками. А вон следы зайчик. Зайчик бегает. Зайчик. Породы дворняшка. Нет, тут много зайчиков следов было. Замело. О! У тебя что там, окуня сплошная рыба? Да. Фига лед. Вот тебе и маленький. Позавчера были с Русланом на рыбалке, поймали около 40 окуней на чина. Он их до сих пор с собой возит в саночках, вот такие вот окунишки, но это еще, наверное, самый крупный. Из того, что было, поснимать не удалось там ничего, потому что ветрище был сильный. Сидели в палатке, бурили мало, ходили мало. Ели много. Видео я вставлю сейчас, как мы там в палатке сидели. Опа, так сказал. Опять на верхнем. У меня в окуне все пираты, все одноглазые. От рук аж пар идет. Ну. Ну на улице пар не идет. Ну чертик попробуй. Какой? Ну любой из этих. Поставил я легкую мормышку маленькую. Подвинь санки маленько влево. Ты можешь есть? Сейчас. В смысле туда, в ту сторону. Подвинь. Чуть-чуть можно, подожди. И давай тогда приподнимем ему палатку еще зажмем. Осваиваемся потихоньку, осваиваем. Мормыш одевать будет еще лучше, блядь. Ну, где мы? Раньше одевали мормыш. На мою половину не залазь. Опять наверх. Фина, у тебя там глаза-то от души. Что-то мне подсказывает, что ты скоро тоже две мормышки привяжешь. Нет. В общем, посидели до обеда, 40 штук поймали и поехали назад домой. Да что, лунки бурили? А, там земля? Тогда не знаю, что они делают. Ну что там, Руслан, плавает? О, дохлая рыба лежит. Коряга. Опа. А, ё-моё, я думал, живой. Так, ладно, я пошел новую бурить. Сейчас мы делаем как. Я хожу, бурю лунки, Руслан с камеры сразу же по лункам ходит, смотрит, что там где есть. Если вдруг что-то где-то находим, тогда уже будем пытаться поймать. Что, в той лунке нифига нет? Ну, дохлая плавает. Ну, в смысле, лежит. Вот так вот у нас проходит разведка. Но... Что говоришь? Палка или рыба на дохлую, я не пойму. Отключу подсветку. Ага.
Что это такое? Один конец вода. Типа блок какой-то лежит или что, нет? Покрышка, Русь. Или нет? Ладно, если кто-нибудь что-нибудь узнал, скажите нам, пожалуйста, покрышка, что это. Наверное, точно. По-моему, покрышка. Кто что думает, напишите в комментариях. Летом поймаем. На спиннинг. На спиннинг. Ладно, пошли дальше. Думаем с Русланом, что ничего не найдем, но надежда умирает последней. Факты всякие на дне есть. Например, покрышки, да? Покрышки, камни. Так там, блин, вода дошла ниже, чем кусты ушла. Это долбили родники. А зачем их долбили? Рыба стоит у них. А? Искали рыбу. Вот они, раздолбленные родники. У Руслана теория такая, что это кто-то долбил. С целью увидеть здесь рыбу, что ли, да, ты думаешь? Я знаю. Ты уверен, да? Мы поступаем немного по-другому, бурим лунку, опускаем камеру и смотрим. Получается быстрее, но рыбу найти все равно пока не можем. Потому что она сейчас сдохла. Пойдем дальше. Если кому-то интересно, как засолить окуня, снизу ссылку оставлю. Канал Fishing Сибири. Там наш знакомый показывает, как солить рыбу. Окуней. Вот тут ровное дно, чистое. Ну пойдем сразу только за поворот. Вот тут ровное дно, чистое. Пробуем, что мы, 5 минут не пробуем. Мы пробурим при помощи меня. Пошли из Маули, попробуем, что мы, 5 минут не пробуем. Думаешь, здесь будет, да? То ли я до дна достал, то ли деревяшку распилил. Я не понял. Но лед тонкий. Значит, где-то родничок рядом. Надо здесь еще побурить. Если ничего не увидел. Итак, пробурили уже около 10 лунок. Ничего мы не видели, кроме дохлой рыбы. Сейчас за поворот реки сходим. Может быть, там что-то интересное будет. А там, Руся, вообще есть место мель. Вот тут, скажи, весной будет. На удочке клевать раз за разом. Да? Ты не показывай. Кибаки вот в этом месте. Один за другим с ведрами. Тонкий лед, да? Ну ты же видишь. Почему, я понять не могу. Течение потому что. А, ну может быть из-за течения. То ли на щенах буришь. Но на чинах, слушай, уже где-то под метр, наверное, лед. Сантиметров 70 точно есть. А здесь что-то хлоп. И рядом. Там, Руслан, нету, я знаю, есть вот здесь. Может быть. Мелко такое снимаю. А здесь вот сам, вот под этим берегом чуть поглубже. Потом вот здесь вот, вот труба метра 3 уже от нас. Да, вот она труба идет. Да. Давай здесь на середине попробуем, здесь течение хорошее. Ну давай, я вперед пойду. Попробуй тогда, попробуй. Давай руку. Давай. Вот так вот, ребята. Вот закончилась рыбалка у нас. Разведка проходит мест. По самый пояс, нифига глубина. Самки надо как-то достать аккуратно. Давай, я достану. Я ж тебе сказал еще, проверь глубину, проверь лед. Вдруг... Офигеть, вот это порыбачили. Все, пошли быстрее, до дома 1,5 километра. Пока дойдем. Так что, ребят, берите с собой конь пишню и проверяйте себя перед собой лед. Да хорошо тут по пояс. А если с головой ушел, то течение бы унесло. Я прошел метров 700-800. Ноги тяжелые, стали холодные, замерзло все. На улице минус 20. Вот все обледенело. В общем, такая рыбалка получилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Дальше будет интереснее.